Друзья, всем привет! Приветствую вас на канале. Сегодня буду тушить кролика. Вот смотрите, выбрала такие мясные части от кролика. Кролик наш домашний. Натерла их солью с перчиком. И сейчас слегка обжарю на сильном огне, ну, с добавлением чуть-чуть растительного масла. Растительное масло накалила. И ложу нашего кролика обжарить на сильном огне. Так, что нам еще понадобится? Вот я почистила 4 картофелины, 1 морковка, зелень, кинзы и укропа, луковица, несколько зубочков чеснока, растительное масло для обжарки у нас уже обжаривается и приправка. Здесь черный, красный перчик, смесь, соль розовая и чесночок сушеный. Так, кролик наш обжарился слегка. Я его перекладываю в кастрюльку, в другую. Вот. Ну-ка, смотрим, как он. Отлично. Мясо переложила в казанчик. Доливаю немножко водички. Ну, вот так пусть будет. И закрываю крышкой и ставлю тушиться приблизительно на минут 30, как закипит. Картофель крошу не мелко, вот на 4 части и потом вот такими кубиками. Вот так, 4 картофелины. Лук можно не сильно мелко и не крупно, ну, скажем, вот так. Сильно мельчить не буду. Морковь тоже режу довольно-таки крупно. Четвертинками, скажем так, не сильно тонкими. Друзья, смотрите, вода уже практически выкипела. Идут такие пузырики, это уже жирок как бы начинает, ну, вытушиваться. Вода интенсивно испаряется, поэтому самое время закидывать нашу картошку. Так. И морковку сразу с луком. Все сразу закидываю. Так, теперь специи. Итак, чайная ложечка специй. Теперь перемешиваем и буквально 1-2 минуты вот в этом соку пусть оно немножко как бы прожарится, скажем так. Вот я перемешала и обжариваю 1-2 минуты, собственно, уже без сока. Если надо, необходимость, можно, если, допустим, кролик постный, можно добавить немножко растительного масла. Немножечко у меня еще это все опять обжарилось без воды. Я перемешала и добавляю воду. Добавляйте воды столько, какую вы хотите получить тушеную картошку, ну, типа жидкую, не жидкую, знаете как, все же любят по-разному. Так, я вот считаю, вот смотрите, видите, это средний такой вариант, бывает еще меньше. Вот этот средний вариант, вода впитается
и практически воды не останется. Если вы хотите пожиже, то чуть-чуть добавьте больше воды. Вот. Можно еще 50 грамм добавить, и все. Ну, это на мой вкус. И ставим тушиться до полного приготовления, как закипит, приблизительно еще на полчасика. Ну, вот так вот это вот все у меня выглядит. Все, полчаса ждем. Друзья, смотрите, картошечка утушилась. Все, уже практически можно выключать. Поэтому я засыпаю сюда зелень, кинза и укроп. И чесночок. Я его раздавила и мелко порубила. Все. Перемешиваю еще 1-2 минуты. И все, блюдо наше готово. Друзья, картошечка готова. Такая, смотрите, не жидкая. Получается, что густая тушеная картошечка и кролик. Кролик по вкусу такой, как бы, как, грубо скажем, как курочка. Он мне всегда напоминает курочку. Очень вкусное мясо. Вот так получилось. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался. И до скорых встреч. Пока-пока.